Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Samsung Galaxy A22. Сейчас я вам покажу, как на этом устройстве забросить настройки в принципе, но без потери личных данных. Итак, открываем приложение «Настройки», спускаемся в самый низ и выбираем пункт «Общие настройки». Затем нажимаем «Сброс» и видим, что у нас есть такая вот функция, как сброс всех параметров. Не сброс настроек телефона до заводских, а именно сброс всех параметров. Нажимаем и видим, что будет удалено. Настройки безопасности, языка, учетные записи, личные данные и загруженное приложение. Нажимаем «Сброс настроек», подтверждаем это все дело и нажимаем «Сбросить». Ждем. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Как видите, у меня никакие приложения скачанные не удалились, то есть сбросились именно настройки. Ну а на этом, пожалуй, все. Спасибо за просмотр. До свидания. А, кстати, да, не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на наш канал. Ну, это, может, не прям так сильно обязательно, но, пожалуйста, напишите что-то в комментариях. До скорых встреч. До свидания.